В видеообзоре мы покажем вам три лампы-лупы из одной модельной серии. Лампа-лупа 8066 – это обычная люминесцентная лампа. Модель 8066А – это светодиодная лампа. И модель 8066D5U – это светодиодная лампа с сенсорной регулировкой интенсивности света. Все представленные лампы имеют очень схожий внешний вид. Но есть несколько отличительных нюансов как в дизайне, так и в технических характеристиках. Среди общих характеристик отметим диаметр линзы. У всех ламп предусмотрен стандартный размер 12,5 см. Каждая лампа на выбор клиента может быть с линзой 3 диоптрии или 5 диоптрий. Также все лампы имеют защитную крышку, которая предохраняет лупу от оседания пыли. Все лампы комплектуются креплением струбцины, которая позволяет закрепить лампу на любой поверхности толщиной до 6 см. Люминесцентная лампа модель 8066 – это самый бюджетный вариант из представленных. Источник света у этой лампы – обычная стеклянная лампа мощностью 22 Вт. Лампа энергосберегающая и рассчитана до 6000 рабочих часов. Недостаток такого варианта заключается лишь в потребности покупать сменные лампы. Лампа-лупа модель 8066A LED – это уже более современный вариант лампы. Здесь в качестве источника света 56 SMD-диодов, которые дают холодный бестеневой свет. Преимущество светодиодных ламп заключается в их долговечности и энергосберегающих свойствах. Обращаем ваше внимание на абсолютную идентичность внешнего вида ламп моделей 8066 и 8066A. Крепление головы лампы имеет достаточно крепкий механизм, который позволяет легко двигать голову лампы влево и вправо. При необходимости поднять или опустить голову лампы используется вентиль, плотное вкручивание которого фиксирует положение лампы. Последний, третий вариант лампы из этой модельной серии – это лампа-лупа модель 8066D5U LED. Это лампа нового поколения, которая совмещает в себе преимущества предыдущих моделей и дополнена современными техническими возможностями. Источником света у данной модели служит 56 SMD-диодов, яркость которых можно регулировать. Для этого на корпусе головы лампы предусмотрено наличие сенсорных кнопок для увеличения или уменьшения интенсивности света. Также с помощью сенсорной кнопки лампа выключается и включается. Данный вариант лампы выгодно отличается новым крепежным механизмом головы. Такой вариант механизма, выполненный полностью из металла, более крепкий и долговечный. Также обращаем ваше внимание на плечо лампы, которое скрыто пластиковым чехлом, в отличие от двух своих предшественников. На все лампы-лупы модельного ряда предоставляется гарантия 12 месяцев.